На мой взгляд, эти выборы единственная интрига, да, кто займет второе место по их итогам. Или Филатова от КПРФ, или Постников от ЛДПР. Я думаю, что вот тут это единственная интрига, и между ними вот интересно понаблюдать бы такую борьбу за второе место с отрывом там в разы, я думаю, от победителя. А на чем строится предположение? Ну, так, на том, что все-таки у нас, опять же, при уважении всем там к Постникову, там я его знаю лично, Филатову не знаю, но, наверное, тоже хороший человек, профессиональный. Но все-таки главное – это партийные бренды в данном случае. То есть голосовать будут, на мой взгляд, не за личности там, Филатову или Постникова, либо за ЛДПР, там, либо за КПРФ.